Если бы мы знали, что это такое, чат, мы не знаем, что это такое. Перебить всех? Так не получится, они спавнятся по КД, бля. Не получится. Я говорю, надо было сделать хотя бы квест. Убить глухаря, забрать с него там, не знаю, какую-нибудь ключ-карточку там, как он попал на лабу. И передать ее кому-нибудь. И откроется там, я не знаю, новая повязка на плечо. Все, изи. Уже было бы прикольно. Блять, не надо. Спокойно. На мосту, что ли? Братанчик. У него шапка задефла попадание, походу. АПшками. А вот ЧВК не задефла. Да, это он по мне стрелял. О, жук. Попался? Как бот столько себя впитал? Вот кто это? Ты киборг, блядь. Умноженный на вечность. Что за выражение КД? Это типа kill и dead. Как бы убийство смерти. Соотношение убийств к смертям. КД. Вот это веселье, когда стример страдает, то замолчи. Там где-то, по-моему. Вот сейчас тактически кого-то переиграю. Тактика, чат. Понимаете? Все дело в тактике. Не, шапка эта без шуток. Она меня лично спасала от дроби, когда мне бот из дробовика в башку давал в эту шапку. У меня была красная голова, но я выживал несколько раз. Но бот это реальный киборг, блин. Терминатор, выбежавший из джунглей. Киборг-убийца, да-да. Да. Если бы она не сыпалась, вот это было бы странно, наоборот. Так. Чё скажет? Вот крыса в кустах сидит, блин. Все двери открыты. Третий этаж, по-моему. Так, надо фишечную. Ой, нет, только не эту. Давай вот эту. По-моему, на первом этаже кто-то топнул, пока я запрыгивал. Да, точно, на лестнице вот тут. Двое. Так, ну двое разыгрывается, наверное, вот таким образом.
Один, по-моему, разыгрался. Второй в пристрое первого этажа. Так. Так. С туалета можно разыграть. Можно с улицы разыграть, попробовать. Давай с улицы разыграем. Прямо на диване стоит, за поворотом. Да ладно. Прыгай. Прыгай, чел. Нет? Что, наверх успел уйти? Так. Ага, один есть. Второй, видимо, наверх успел забежать. По-моему, он на втором стоит, фонариком светит, не? Вот это какой-то свет, видите там? Смотри, есть такая вот разыгровочная. Блин. Погоди, чел. Не такая разыгровочная. Вот такая. По-моему, это не он. Не-не-не-не-не, по мне там автомат какой-то стрелял, это не тот. Это тапалка, да, это левый чел какой-то. А, в пристрое сидит, я понял. Бля, вот одну гранатку бы, чел. Одну, блин, гранату. А что так много прошу? Hello. Сорок второй. Понял. Пожрать есть что? Так нечестно, он не был готов к такому. Блин, сорян. Сорян тогда. И чё-то такой... опять всех убил. Ничего интересного. И это все неинтересно, слишком легко. Да-да-да. А типичный чат у меня на стриме, блин. АПшки? Да в смысле? Там АПшек-то было... Ой, чат. Здесь АПшки, что ли? Пять АПшек. Выкинул. Ой, расточительство, блин. Пошли на выход. Пятерых. Завтра вайп или нет? Завтра.
Там на малой стройке какие-то заварушки происходят. Мортал, здорово, здорово, Эсерос. Блять! Обожаю европейские сервера. Чел просто в куче мусора лежит. С эмкой. Вот это геймплей. Справа один и слева еще один. Лежит, лежит. Взорвал крысу. Ха! Блять, не закрылась. Закрывайся, алё. Надует сейчас спину, блин. 57 уровень сидит. Это что такое, блять? Видели, взорвал типа там в мусоре. Сейчас пойдем посмотрим, какой он левел. Но мне кажется, примерно такой же, там, 50-й, 60-й, может быть. Ну вот, смотрите, вот как его там можно увидеть вообще. Вы видите там этого типа чат? У вас еще яркость на стриме включена. Смотрите, как это вижу я. Вот я это вижу вот так. У себя на мониторе. Вам видно типа, который там лежит? Понимаешь? Понимаешь, что-то? 42-й, но было близко. Ты тут? Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.